Построить жилье, заняться сельским хозяйством и просто отдохнуть. Для этих целей жители Дальнего Востока хотят получить бесплатный гектар земли. Рейтинг наиболее популярных видов использования участка составило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Основой рейтинга стала информация, которую граждане указали в федеральной информационной системе на дальневосток.рф. Сейчас через сервис подали почти 9 тысяч заявлений. 28% участников программы планируют построить дом, разбить приусадебный участок личного подсобного хозяйства, заиметь дачный или садовый домик. 17,5% граждан планируют заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности. Отдыхатели использовать под рекреацией свой гектар планируют 7% дальневосточников. Из них чуть более четверти займутся обустройством мест для отдыха, охоты и рыбалки, преимущественно в Якутии.